Имя, отчество? Гаврилов Вячеслав Сергеевич. Адрес проживания? Город Стаханов, Карбышева, 8-110. Куда ты сейчас едешь? Еду в Крым. Кто у тебя там в Крыму, по какому адресу? Родственники у меня в Крыму. Адрес я не помню. Феодосия, я слышал. Феодосия, город, помню, и все. Ну. Едешь туда, куда не знаешь? Не, ну как, я визуально знаю, как доехать, но адрес я не помню. Супер. В руках что? Мобильный телефон. Чей? Мой. Что там? Вайбер? Да, Вайбер. Переписка чья? Моя переписка. Твоя? С кем? Ну, с пацаном. С каким пацаном? Где он проживает? Проживает сейчас в Стахане, на данный момент находится в Москве. Фамилия, имя, отчество? Фамилию не помню, зовут Сергей. Кореш твой? Ну как, знакомый, не то чтобы кореш. Что ты там пишешь, читай. Ну я пишу, нечем воевать, они опасные, на постах обосранные стоят, пугаются от пролетающей мухи. О ком идет речь? Это идет речь об украинской армии. Гордишься собой? Нет. Что ты там еще писал в Вайбере? Я в Вайбере писал, что наших уярят по укропам. Ясно. Тут ты что делаешь сейчас? Здесь я помогаю украинской армии копать траншеи. А что так смешно? Нет, не смешно. Не смешно? Ну так а чё стоим? Сжать, блядь, я надумал.